В Листе состоялись соревнования по настольному теннису среди главных управлений МЧС России Южного федерального округа. За звание чемпионов в рамках спартакиады МЧС России 2023 года боролись спортсмены из Севастополя, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Калмыкии. Стоит отметить, спорту в чрезвычайном ведомстве уделяется большое внимание. Для эффективной и качественной работы на пожарах огнеборцам необходимо постоянно поддерживать физическую форму в отличном состоянии, работать над выносливостью и быстрой реакцией. Соревнования прошли в личных зачетах в двух возрастных категориях и командном первенстве. По итогу матчей в командном первенстве первое место заняли представители из Краснодарского края, вторыми стали принимающая сторона, замкнули тройку лидеров теннисисты из Крыма. В данных соревнованиях приняли участие 8 команд из 8 субъектов в двух возрастных категориях. Первая категория – это до 40 лет, вторая категория – свыше 40 лет. В первой категории принимает 9 участников, во второй – 7 участников.